Живут три кошки, точнее, два кота и одна кошка. Муська, Барсик и Пусик. Завести решили, потому что, ну, на то время у меня, например, не было детей, а кошки, не знаю, за ними и ухаживать можно, и они ласковые. У нас есть два Йорка, Полкан и Жучка. Они маленькие, поэтому мы их завели. С ними очень удобно, потому что они компактные. Есть повод погулять. Особенно летом повыгуливать кролика на травке. Вот. А собака, наверное, больше нас выгуливает по утрам и вечерам, поэтому я думаю, что домашние животные – это большой плюс. Энергия положительная от них идет. Ну и, не знаю, как-то они… Даже говорят, коты лечат. На ноги положил, там погладил его. То есть уже как бы позитив получаешь от них.